ли пятница, уже не знаю. Прям сколота. Сегодня выходной, что ли? Я попал в какую-то школу, не знаю, здесь одни дети и школьники. Вся живность, которая здесь обитает. В общем, как я и говорил ранее, это течение. Красное вверху теплое. Белое, фиг поймешь, нейтральное и холодное. Или это ветер, Voyager of the Sea. В общем, так двигаются волны. И такие живности здесь обитают. Здесь большой аквариум. Спускаемся к аквариуму. Но у нас это тоже такой высоты есть аквариум. Так что неудивительно. Он даже прямой, без перегородки. Это сверху. Сверху свет попадает. Это косяк стоит в середине. Акулы по низу. Пасутся, а эти поверху, более крупные. Интересно, они вообще сейчас смогут съесть их? Это плотность стекла. Пучины по кругу. Иду. Маленькие акулы, но там побольше. Вот это, как она называется, всегда забываю. Треска. Быстро плавает. Рассказывает, как рыбы плавают. Я даже вначале не заметил, кто это говорит. Вот рыба поплывала вправо, влево. Это открытый вид. На улице хорошо. Здесь сверху. Пингвины, как обычно. Эти пингвины уже как родные. Я их видел уже несколько раз. В Сумида парке здесь. Также без них. А вонь-то какая, фу. Вот они гадят здесь, не по-детски. Но это побольше, это королевские там впереди. Надо в Антарктику. Меня вот это вот впечатляет.
цепляет вода. Я не думаю, что там что плавает, что для красоты. Сидеть можно. В основном здесь семьями или школьники, групповыми заходами. Черную рыбу первый раз вижу. Они едят папоротник. Кислород. Должен быть кислород. Да, пузырьки шли. И здесь. Уже ли это рыба так? Это кальмары. Я вчера одного взял сушеного. Я думал, что я рыбу беру. А я оказался кальмара взял. Здорово. Так я его еле жевал, наверное, полчаса. Я не знаю, как они его едят. Наверное, макают во что-то. Не съедут. Не едибельно. Давай покажи, что ты имеешь. Внутри прозрачно. На втором этаже непонятно что. Так, это на южной части Японии. А это Токио Бэй. Токийская бухта. Здесь они выращивают их. А, так это аквариум сверху. Дают им это все агрегаты, то что питают. Питают все аквариумы. Луминос, а не бомба. Здесь почему-то умываются. Есть комплекс аквариумов с разными типами. Морепродукты продают. Здесь гифт-шоп, рыбки, кому надо. Так, здесь я был. Там написано, что там волновая какая-то на улице. Надо смотреть.